И всем привет, с вами Гоша29. Перед началом данного видео я хочу сказать, это в принципе само видео, в общем, короче, я хочу сказать сначала, во-первых, об обновлении Майнкрафта 1.8. 0.11. Наконец-то вышло еще одно новое обновление. В общем, короче, в этом обновлении теперь вот так вот выглядит агрессивная панда. И она защищает своих сородичей. И не только защищает своих сородичей, но и... короче, не только агрессивных панд, но и обычных панд, ну и плачущих и так далее. То есть всех панд она защищает, то есть это уже вожак получается. И теперь исправлены некоторые баги со скинами, там просто иногда бывали некоторые баги. И еще теперь рука стала нормально двигаться, да. Именно все вот так вот, то есть вот такое вот небольшое обновление. И, в принципе, по-моему, это все. По-моему, больше ничего не изменили, не поменяли. И, в общем, короче, вот такое вот небольшое обновление. Ссылочку я оставлю в описании на это обновление. Ну, а мы переходим к просмотру карты Гренни. Итак, погнали. А точнее, к просмотру карты Гренни обновление 1.5 в Майнкрафте. Итак, в общем, короче, я обновил карту. И, в общем, короче, вот так вот. Вот это вот теперь обновилось. То есть вазочка теперь тут стоит. Тут стоит теперь вазочка, и внизу нарисована вазочка. То есть, ну, на самом деле, это голова чья-то, я не помню, чья. Ну, короче, вот так вот теперь я сделал. Теперь можно будет, как в настоящем сериале Гренни. Это, во-первых, так, здесь ничего не изменилось. Ну, короче, здесь больше ничего не изменилось. На втором этаже, кроме, сейчас скажу еще, чего. Во-первых, тут теперь вместо этого флаги будут, то есть там, где коробки, там флаги будут. То есть вот здесь вот там еще, сейчас еще вам покажу, сейчас, вот здесь вот еще, ну и вот здесь вот, сейчас вот. То есть здесь теперь вот так вот все. И, кстати, вы могли видеть то, что добавлен новый шрифт, то есть... У меня тут добавлен новый шрифт везде. Теперь будет вот так вот все выглядит, если что. И вот здесь вот, то есть в предметах будет вот так вот все выглядит, как-то так шрифт. Это обзор на шрифт я потом сделаю. Как такой шрифт сделать? В общем, тут у нас машину я потом сделаю. Вот тут вот у нас добавились новые двери. То есть новые двери добавились. И вот тут вот уже есть проход. Это все я потом реализую. Я попытаюсь реализовать как можно лучше. Ну и на это не обращайте внимания. В общем, сначала ему придется главному персонажу... Ну, это сюжет я потом расскажу. Здесь также немножечко поменялась банька немножечко. Буквально немножечко. Если вы не видите, то поставьте лайк. Ну, вообще, вы можете заметить, так что все равно полюбас поставьте лайк. В общем, теперь вот здесь вот, ну здесь просто оно проросло, так что не ничего страшного. Теперь новая концовка будет, типа, этой. Правда, тут вот это вот, не обращайте внимания. Это я потом как-нибудь видео, наверное, уберу. Я не знаю даже как, но я попытаюсь убрать как-нибудь. То есть, в сериале моем я пытаюсь это убрать. Короче, вот так вот как-то. То есть тут потом я добавлю мод на машину, опять же, то есть как-то так. Здесь полочки добавились или не добавились, я не помню, что, может быть, я не добавлял. Короче, сейчас идем на второй этаж. Давайте через секретный проход, так будет быстрее, я думаю. Так. В общем, так. И да-да, вы видите, это да, смотрите, вот здесь вот, конечно же, я не смог сделать картину, я сделал просто люк, да,
Вот она, эта комната. Вот, видите, здесь закрыто. И если вот так вот сделать, то оно откроется. И вот, смотрите, теперь здесь картины висят там и так далее. И смотрите, здесь типа стол реализован. Здесь, если сюда что-нибудь положить, то есть, например, берем вот этот, кладем, то вот этот так делается, конечно же. Но потом после этого забираем. И вот. Вот, конечно же, тут не реализовано еще, то есть нету вот этого, ну, типа Гренни, точнее Гренни Слендерины, но я, возможно, сделаю текстурпак на... Точнее, может быть, скачаю у Гренни текстурпак с интернета и... Или, может быть, сам сделаю какой-нибудь текстурпак на броню. И может быть тогда тут будет что-нибудь наподобие Гренни. Но это я уже не видео буду делать, то есть это без видео будет. И вот так вот, то есть здесь я могу застроить любой момент. То есть вот такое вот обновление получилось. В принципе, хорошее обновление получилось, мне кажется. Мне кажется, определенно это заслуживает лайка. Сейчас я поменяю тут немножечко, потому что мне это не нравится, стенка здесь. Вот так вот, то есть здесь вот так вот все будет реализовано. Ну, если даже не добавлю, то вы же так не сердитесь особенно, потому что я, в принципе, старался, хоть что-то сделал. То есть текстурпак, в принципе, не обязательный. И, как бы сказать, если вы закроете, то вот так вот закроется оно. То есть, пасхалка все равно я сделаю видео, и здесь, в принципе, вот это вот теперь сделано. И последнее. Идем наверх. Конечно же, здесь дверь еще не реализована, но я реализую за всем этим. То есть, я сделаю, попытаюсь либо сделать... секрет, точнее, ну не секретную, ну, возможно, секретную дверь, то есть здесь будет, ну, место для рычага, и здесь будет секретная дверь. Я еще, наверное, Adventure мод поставлю, чтобы я не мог ломать блоки, кроме тех блоков, которые на определенную вещь. Короче, как-то так. И давайте, ну, здесь, либо я сделаю просто обычную железную дверь здесь. Ну, в общем, короче, и так поднимаемся. Вы уже можете слышать рёв паука. Вот он, паучок. Вот он, весь последний этаж. То есть, здесь коробки, как вы помните, здесь паутинка небольшая есть. Здесь тарелка. Конечно же, я не могу на нее что-нибудь положить, но я могу ее ударить и, типа... Ну, конечно же, и вот здесь вот я могу еще закрыть его. Просто я его в серии закрою как-нибудь, я не знаю, вот так вот как-нибудь подойду быстренько, подбегу и закрою. Я не знаю, может быть, так сделаю, может быть, как-нибудь по-другому, я не знаю. После этого вот здесь вот есть шкафчики, в которых еще пока что ничего нету, но это я опять же сделаю в серии. Точнее, за серией. И здесь стол. Пока что на нем ничего нету. И, возможно, я сюда поставлю сундуки. Точнее, шалкеры. Коричневые шалкеры. Сейчас даже, наверное, могу поставить, в принципе. Где будут лежать патроны. Потому что здесь лежат обычно патроны для дробовика. То есть, как-то так. Так, давайте-ка давайте желтые, потому что коричневые у нас не очень реализованы. Да, конечно же, понимаю то, что это как-то не очень смотрится, вот такой вот. Но хоть как-то, ну, похоже на стол. Просто тут текстура багованная, то есть здесь текстурпак установлен на еду и на тарелке. В общем, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, вам понравилось данное обновление карты 1.5 Гренни. В принципе, я больше, по-моему, ничего не изменил. А, вот. Тут еще я изменил вот тут вот, то есть тут теперь у нас есть тоже ваза, и тут есть, тут шалкеры теперь вот такие вот, к сожалению, пока что текстурка, к сожалению, багается, но я думаю, ничего страшного. Ну, а на этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, надеюсь, вам понравилось данное видео, надеюсь...
вам понравилось это обновление. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.